have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Алазушки. Привет! Сегодня мы с вами пойдем в такую очень резкую игрулинку. Это тоже мини-игры, но здесь творится полнейший беспредел. Мы сейчас зашли перед записью чуть-чуть потестить то, что здесь происходит. Такого лютого трешака я не видел довольно давно. То есть вот те раунды 5-6, которые мы сыграли, просто чтобы привыкнуть, раунд длится сколько? Секунды 4-5? Очень редко побольше. Вот. Так что давайте сегодня попробуем, посмотрим, как оно пойдет, что оно пойдет. Очень резкая игрушка, очень, блин, прям резкая. Не знаю, то ли я так затупился, то ли игрушка такая резкая. Нормальный раунд. Неужели будет нормальный раунд? Прикинь, там так и сказали. Нормальный. Ударь девочку. А, дырки. Я проиграл. Я не успел увидеть. Я даже прочитать это по-человечески не смог. У меня мозг вместо gift быстренько прочитал girl. Я такой, чё, пока я соображал, раунд закончился, все нормально, я проиграл. Хорошо. А, у меня бита осталась. Ой, я выиграл, просто надо убежать и это мы, вы думали, это сейчас, мы в это в интермиссии сейчас? Нет. Я выиграл. Это был тоже раунд, кстати. Тут раунды начинаются абсолютно случайным образом, иногда находясь прямо в комнате интермиссии, иногда... Надо найти свет. Иди на свет. Иди на свет. Понятно, я проиграл. Я тоже. Где должен был найти свет? Я не знаю. Зачем ты ищешь свет в бездне, да? Praise the sun. Так, будь тихим. Я выиграл. О, нужно было просто тупо не двигаться. Speed up, ускорение. Ну хорошо. Да, то есть до этого было все нормально. Да. Офигеть. Так, просто надо убежать. Как я проиграл? Я же вроде выжил. Не, ладно, мне показалось. Тебе надо было кого-то вот... А, блин, у меня кнопка отвалилась. Ай-яй-яй. Черт, ой, как вот не да. Вовремя-то. А. Доберись до выхода, но я не... Да, вон уже выход. Я не выиграл, потому что у меня тупо кнопка отвалилась. Блин, круто, ладно. У меня мышка зависла на прицеле. У меня автомат забрали, а мышка зависла на прицеле. Я не хочу. А как я вам прыгну на платформу, если мне изначально не дали шанса прыгнуть на платформу? Игра, очнись! Нет, серьезно, для этой серии пока что есть два названия, насколько я это вижу. Во-первых, ударь девочку, во-вторых, я проиграл. Что? А, еще ускорение. Круто, круто, круто. Что здесь происходит? Так, 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 так. Что? Уклоняйся. Спасибо, я проиграл. А, с какой скоростью тут все происходит? Не надо, остановитесь. Нубс. Нубы! Убегает нубов! Они хотят тебя съесть. Нубы под музыку Марио, где вы еще такое видели? Есть! От нубов свалили. Нет, вы забираете весь мусор, вы же уже. Я выиграл. Больше мусора. А больше, по-моему, нельзя было, оно больше трех не поднимается. А, угадай правильного. Что, блин? Я проиграл? Я каким-то образом выиграл! Как-то... Еще ускорение. Давайте, круто, поехали, поехали. Не упади. То есть вперед мы вообще ни капельки не продаем. Нет! Нет! Да, идите да, нафиг! Да.
Вперед мы вообще не продвигаемся, да? Коробки. Ну все, 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 выиграли, выиграли, выиграли. Спасибо. Затащено. You two, you three. Что это включает? Отключи поезд. Да. I like trains. Ты проиграл. Как я должен был его отключить? А, наверное, дернуть тебе два рычажка. Да, да, видимо. Хорошо. Дай! А как вы это предлагаете мне сделать? Идите нафиг. Нет, некоторые игры здесь абсолютнейше, полностью, целиком на 254% непроходимы. Спасибо. Вот как сейчас, например. Откуда я должен был знать, что нужно в центру быть? Ну, то есть, серьезно. Ага, а тут в центре обычно спавнится какая-то фигня. О, мой бомб! Я выиграл. Ладно. 10 побед. Босс тайм! Время набосячить! Кто? Дважды достигни дна. Я так не вижу ни... Ни этого... Это вы чё? Это импосибру! Ну зато моя голова добралась. В смысле дважды? Дайте мне второй шанс тогда хотя бы. Фига ли... Спасибо. То есть там нет управления от первого лица, вот то, что я зазумил, это было максимум. Мой рюкзак, блин, на весь экран, и я не вижу, куда я лечу. Спасибо, спасибо. Поэтому не надо рюкзаки. Так я... Нет, я хотел зазумить от первого лица, чтобы был хоть какой-то шанс лететь от третьего лица. Ты же не видишь перспективу, ты не знаешь, как там приземлиться потом. А как я видел? Так ты тоже не прилетел, нифига ты не видел тоже. Я понимаю, если бы ты тут выиграл сейчас и сидел бы выпендривался, но нет! Голова у него долетела. Кстати, вот этот уровень мне почему-то напоминает уровень Лазердрома с Беном и Эдом, когда нужно было долететь... Помните по игру Бен и Эд? Вот, там где зомби, управляешь зомби, и нужно проходить череду препятствий. Блин, веселая игрушка, кстати. Не просите ее записывать, нет. Я на нее потратил слишком много нервов. Если кто-то хочет убить себе нервную систему, ушатать ее просто под корень, сядьте, поиграйте в Бен и Эда. Все нормально с вами будет. Хорошо, и здоровье. Хорошо. Ну да, я проиграл, спасибо. Спасибо, да. Я этого не ожидал, конечно, но я проиграл. Блин, здесь парень всех выстрелил из автомата, потому что он выиграл. Статистика. Так, мини-гейм выиграно 8, проиграно 10. Ну ладно, половина примерно. Хорошо. Я так понимаю, это один ровный цикл раундов, который здесь происходит. Сколько? 20... 18 мини-игр, один босс? Special round. Что за специальный раунд? Там зомби, бананы, с... Wheel of Doom, колесо... Колесо страданий. Обреченности. Может, это колесико, в котором мы будем играть в Doom? Will of Doom, серьезно. Выходит такой Doom Guy и говорит, ну чё, чуваки. И звук дробовика. Ну хорошо, поехали. Что же нам приготовят? Will of Doom. Вообще написано Will of Poom. Босс. Спасибо. Босс. Dance song, say each time you... Как? Правда, протанцуй 25 песен, каждый раз ты промахнешься, бла-бла-бла. Тут кнопкой нельзя танцевать, надо только... На G. А? На G можно. На G? Нажми на G танцуй.
Бампуф. Помаши руками. Плыви. Так! Что это было? Почему я тебя не могу убить? У меня потихонечку жизни мало становится. Кис! Ой, я нажал ключами пробел. Wave your hands. Come on, wave your hands. Superman. Superman. Okay, now it's quicker because we change everything. А, еще и быстрее! If you manage to get it right, from now on you can do it with the music on your own. Because you'll be real super dance champions. Sleep. Wave your hands. Hitch a ride. Sneeze. Спасибо. Я вовремя не прыгнул. Now ski. Macho Man. Sound your horn. Ring the bell. Мы, по-моему, в Wheel of Doom выбили максимальные страдания. Wheel of Doom. Я выиграл, я смог, у меня получилось. Поздравляю. Какого фига так тяжело? Я не знаю, как ты выиграл. Это вообще нужно было, там, не знаю, 8 щупалец, как у осьминога, чтобы это выиграть. Опять колесо. Ну понятно, это специальный раунд. Опять. Спасибо, блин. Знаешь, это похоже на... Как мне не умереть? Это похоже на лохотрон из Jackbox Party этого. Что, блин? А, не становитесь на землю. Спасибо, спасибо, игра, спасибо за троллинг. Почему я вообще нигде. Я вообще в нигде! В каком. Ты хоть в комнате с колесиком, а я вообще в нигде! Ты в середине нигде, зато ты можешь смотреть весь календарь. Посмотри вниз, давай, белый. Я имею в виду. Знаешь, что это называется? Это ор выше гор. Ну-ну, ладно. Пожалуйста, пусть будет не босс, не босс. На тебе, не босс, PvP. Ставлен жёлтый. PvP, блин! Ай! Боньк! Умрите! Боньк! Я уйду, уйдите от меня. Смотри, не Ай, боньк! Ой, не хотят меня убить. Я выжил. Я выиграл. А, то есть не обязательно было кого-то убивать, да. Можно было просто выжить. Босс, ну конечно, блин! Там же других цветов нету на лохотроне этом. Вот чёрт, вышибалы. Умрите! Мяч! О, спасибо за мяч! А, я кого-то убил. Ай, и меня убили. Вас двое осталось. Вы сдуетесь. Нет, блин, ладно. Wheel of Doom. Смотри, там буквы F нет. Написано Wheel of Doom. Ладно. На одного. Но мы выиграли. У-ху. Синие победили, потому что у вас большинство осталось. Уап-уап-уап-уап. Хорошо, ладно. Так, лохотрон, босс. А, не, версус. Версус? Хорошо. Давай,
А, это Дотран. Я тупо перепрыгнул, я молодец. Я вообще супер сыграл. Поздравляю тебя. Неудачненько кусок. Да, ты не нет, знаешь, вот это Will of Doom, я думаю, что это не специально, ну типа... Ну, это способ произношения. Я думаю, что это не грамматическая ошибка. Ладно. Ставлю на зеленое. Ну, Бов! Я ставлю на зеленое. Проиграл, бонус. Блин. Стрельба. Прикольно. Да, я тоже выиграл. Ну, что-то попали. Зелёный. Фиолетовая версус. Так, надеюсь, меня... А что надо было сделать? Надо было стоять возле нобара. Я нашел золото. Я тоже. Когда мы проиграем? Я только что проиграл, когда не стоял возле нуба, мне нормально было. Ну погодите. Есть... А, ничья. Есть только один способ это уладить. Deathmatch! О, нет! Выбирать оружие? Не, Теннисная ракетка. Как? Я выбираю теннисную ракетку. Я выбираю Пикачу. Так, файт. Ну, вперед. Как только мы кого-то ударяем, то он сразу откидывается, а тут стену все шиба! Блин! Я даже посмотреть на это не могу. Но это нечестно. Там у девушки электрическая битва, это бита, которая всех станет. А чё ты не выбрал такую? Там была только теннисная ракетка из оружия у меня. И сейчас пойду в магазин. 3 выиграно, 5 проиграно. Ну, просто замечательно. Ладно, ребят, перед тем, как начнется уже новый раунд, просто он, я думаю, что затянется, но подольше. Как вам такая новая игра? Мы вот ее только нашли, только сегодня поиграли в нее первый раз. Расскажите, что вы думаете. Вот, пишите нам в комментах, нравится, не нравится. Наверное, мы будем на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем. Всем покеда.